Небольшой тихий пляж в районе спуска по улице Советской Армии – одно из излюбленных мест отдыха самарцев в летний период. Человек, как известно, редко остается незамеченным. Бутылки, фантики – все это нередко можно встретить на побережье после посиделок отдыхающих. Активисты молодежного сообщества «За Волгу» регулярно проводят акции по уборке реки. Мы хотим, в принципе, полностью весь пляж убрать, чтобы было комфортно жителям Самары здесь отдыхать. И, в принципе, весело провести вместе время. Только в этом сезоне субботники на пляже в районе спуска по улице Советской Армии активисты молодежного сообщества «За Волгу» проводили уже дважды. По словам ребят, с каждым разом это место становится все чище. Отдыхающие с уважением относятся к их инициативе и нередко присоединяются. В рамках доброй конференции 2023, которая у нас проходит именно на территории Самарской области с 5 по 10 число, мы решили провести субботник. Добро-конференция – это одно из ключевых мероприятий в сферах добровольчества, благотворительности, на котором встретятся представители волонтерских организаций и благотворительных фондов со всей России. Напомним, что для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова развитие волонтерских движений в области – одна из важнейших задач на сегодняшний день, поскольку за неравнодушными людьми, ощущающими свою сопричастность к жизни города и страны, стоит будущее. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.